взять или просрочку в закрытый клуб? Можно будет вступить сразу или после выплаты рассрочки? И можно ли взять пакет криптовита в рассрочку? Нет, у нас не будет рассрочек, скажу вам сразу. И именно в кабинете криптовалюта. А в рассрочку, ну если у вас рассрочка будет на 400 и более, без проблем. То есть вы можете взять рассрочку, к примеру, по 100 на 10 месяцев. А заплатить сразу за 400. 400, а остальное потом выплачивать. Можно так. Если вы возьмете рассрочку ИП, сможете ли вы вступить? Я еще раз вот только что сказал. Сможете, только оплатив, чтобы 400 за вот этот период. В апреле это будет уже с 1 по 30 650, в мае 800. И сумма, которая была у вас за март, она не переходит. То есть вы должны будете с 1 апреля по 30.